Привет, друзья! Пилот российского истребителя-бомбардировщика Су-34 рассказал о боевой работе на Украине. Каждая звездочка на корпусе самолета – это 10 боевых вылетов. Основная цель боевых вылетов экипажей Су-34 – поиск ПВО армии Украины, которая работает эпизодически, из-за чего сложно выявляется. Нас используют и как поддержку для наземных войск. Поражаем объекты скопления противника как живой силы, так и вооружение военной техники. Также используют в качестве радиотехнической разведки, выявляем своими полетами, по данным КРЭБХИБИН, выявляем позиции, расположение и номенклатуру объектов ПВО противника. Каждое ПВО обладает своей частотой излучения, и по этим характеристикам объявляем конкретно характер ПВО. Для каждой цели используется своя номенклатура вооружения. Допустим, по тем же ПВО, системам ПВО противника используются ракеты класса воздух РЛС. По скоплениям военной техники и живой силы используются бомбы осколочно-фугасные, либо для нанесения точечных ударов мы используем высокоточное оружие. Конкретно эта машина Су-34 вообще очень надежная машина, потому что я не летаю с самого выпуска. Каких-то отказов серьезных у меня не было, все свои задачи выполняет. Номенклатура вооружения очень огромная, применяет все, что, или практически все, что есть на вооружении ВВС России.